ПП Хинкалинке, он тебе боишку принес. Натуре. Нет, ты как так вообще мог сказать? Какой ЕП нахуй? В смысле за бое? Похую, он заявил. Мы бы уже синдрубили. Хуй знает, где там что выпало, блядь. Нашел. Назвал. Отдавай. Отдал. Спасибо. Всякой параши налутал, нахуй. А чё, где, блядь, кто? История нормально все? Так, я какую-то боечку вырулил. Да, нормально. А зачем ты мне в трейд ранец суешь? Да я просто у него остался с кораблей. Решил мне дать, да? Блин, да, не выспался вообще нихуя, блядь. Спай хочу, пиздец. Я ж не выспался, мы хуйню имались до 7 утра. Чё шея? А вон шея какая-то, счастливая, ожерелье. О, водяночка сюда. Это за Виклик. Мне только что выпало. Нет, он говорит, с ткача где-то, с Нерубского. Поврежденка! Поврежденка, 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 поврежденка. Что ты говоришь, выпало? Поврежденное ожерелье выпало. Давай роли, что ты? Это надо ролить, дед. Ну это надо ролить. Наконец-то. Так. Такую штуку надо ролить. Анрулим, да? Ага. Схуяли! Хамази. Кинь на ролл ее. Так. Распыл. 25 гп заберешь? Какой Ломаныч? Распыл? Кого? Не, ожерелье. 25 гп. Не. На ролл, нахуй. На ролл, блядь. 25 гп, и она твоя. На ролл. Не хиль его. Так он сейчас сдохнет. Сбили, смотрите. А, ебать, он сейчас сдохнет. Ну тогда ладно. Тогда грустно. Как его с маунта сбили? С мамой. Ой, блядь, я Вавилоне напугал случайно. Ой, земля стекла. Туда и... Убить меня хоть? Прожмись там что-нибудь. Он уже крылья нажал, я не могу дать ему диван. Прожмись. О, бабл. О, боб, точнее, боже мой. Я хотел же боб давать. Надо было не говорить, блядь. Да он нажал, поэтому я и сказал. Ну там крылья префаером наживаю. Пиздец, я ебал такие ники, то слышь, посиделки нахуй до 7 утра, блядь. Я вообще, я чуть ли не засыпаю, нахуй. А чё, у кого-то 7 утра уже? Да я потанчу, ебать. Не парься. Да не, по времени нормально. Да не фрики, блядь, играют просто круглые сутки. Это ты, блядь, говоришь, лол? В натуре, блядь, ты... Чего, сейчас или уебался? А мы сидели, блядь, обсуждали песни. И давай кнопку онлайн включи, нахуй, в Дискорде, чтобы мы видели, когда ты онлайн сидишь, блядь. И посмотрим, кто тут сидит, нахуй, вечность. Сидит в невидимке, как. Так у меня просто комп включен, я же говорил, блядь. Это не значит, что я у компа. Ну да, ну. Бро, куда шею дел? В Дина вроде. Не знаю, это моя шея. Тебе она не надо. Тебе другая надо, вот которая с Синдри падает. Это все, что боешь? Что, Мадина? Не Мадина, а Вадина. Шея такая есть. Вагина. Да, Вагина. Сейчас я вам тотем там от трепета поставлю сверху. Фрики, отойду на 2 минуты. Нахуй я вернулся. Вот тури, блядь. Зачем я зашел в эту обычку ебучку? Все дело было. Да, понятно, да. Ну так, наверное, не зачем, просто новые челики сами с пугами поодеваются, только вот одеваться не будут года 4. Блять, ты ебанулся, ты посмотри на него, блять. Кого?
Ну, на рогу. Хули на него смотреть, если он, блядь, неделю играет. Ну, ладно, да, дэшвер, ну хил. Тем более, сейчас за игру я ничего не знает. Пока он узнает, это, ну, нужно же время, чтобы все это прочитать, там, побегать. Все равно пару рейдов. Пацаны, нахуя вы одно и то же говорите? Вам 3 раза сказали, что я, блядь, только начал играть, вы постоянно говорите, посмотри на него. А, это уже привычка токсичных игроков, блядь, такая. Я не токсичный, я, блядь, про то, что мы тормозим рейд и все, блядь. Токсичный, ебаный. Ну, мы как раз не тормозим рейд. Если бы вот я рассказывал тактики, нахуй, вы бы охуели, да, от жизни бы, блядь. Давайте, стоим звезду, захиливаемся. Какую захиливаемся? Проще, проще, нахуй, чтобы он упал с пула, и все, нахуй. Заломаныч вагон. И посмотрел, как это делается. Просто полежал. Отходим, тотемы убирайте. Тотемы, тотемы, тотемы. Ясно, нахуй. Взломаныш бич. Волк. Волк, как дела? Все. Так, рога. Короче. Тут делаешь так, короче. Это, ниже ступенек не спускайся. Вот рыба, все жрите. Вот. А если на него метку я сейчас расскажу, блядь, тактику, нахуй. Рога, для тебя тактика. Будет дракон, короче, его будет танчить танк. У дракона есть 3 стороны, нахуй. Первая ебало, второе хвост, третья бок, нахуй. Бок это где мы стоим. Твоя задача с пула подойти под ебало и сдохнуть. Просто стоишь там, там где танк, прям к нему, нахуй, подходишь. Спиной встаешь в пасть дракона, и все, он тебя отклеивает, и ты сдыхаешь. Ну, если от клива не сдохнешь, то, блядь, дыхание убьет. И лежишь, нахуй, и все нормально. 6 строк, сейчас встану. Подожди, подожди, я запишу что-то, ты быстро говоришь. Ебать. Сейчас, не надо ничего записывать, просто вот смотри. Когда начнется пул, просто подойдешь под ебало дракону и умрешь. Вот звезда. И смотреть, что мы делаем. Да. С танком подойдешь, короче. Просто, как, видишь звезду, да, на танке. Вот, просто идешь за звездой и стоишь рядом с ним спиной к боссу. Он танчит, ты стоишь спиной просто. И все. Дальше понял, лежишь, понял, пацаны. По звездам ориентируюсь. Да, как потому что. Тело не отпускай. Потому что тут такой. Да. Просто лежишь, ничего не нажимаешь. Это. Проверка. Посмотришь, как примерно бьется. Да, потом уже как в другой раз, когда уже поймешь, что ты готов, да, бить. Потому что здесь такой босс, этот и следующий сдохнешь. Потому что ты можешь один вайпнуть рейд, если вот как на профе было. И на лече простаки ему желательно тоже рассказать. На лече он просто спрыгнет вниз. А все эти рассказы уже потом. Сейчас нет смысла. Юля, ты готова? Что-то у меня или забагалось, или что? А, вот она отсутствует. Блять, пиздец. Мы должны были уже закончить. Ну, в принципе, да, в принципе, быстро идем. 20 минут мы только собрались. Юля. Юля готова. Все, иди запускай. Вот, где ты там, рога? Сейчас я черепок дам. Вот, прям за звездочкой беги. Звезду видишь маленькую такую? Вот. А, да, здесь же я. Все, с ней подъебало бежишь, сейчас вздыхаешь там. Все, сейчас она повернет его. Иди с ней. Остальные огород только не срите аккуратно. Да, вот там и стой спиной к боссу стань. Все, отлично, молодец. Все быстро и безболезненно. Все, теперь лежи, смотри дальше. Все, дальше дамажим. Просто смотри, что кто делает, то что говорит. Верим. Готовимся, притяжка будет. Поближе к боссу станьте. У кого проблемы с отбеганием. К локтю босса поближе встаньте. Притяжка, отбегаем. Так. Готовимся, глыбы. Одна в кружке, две лево, две право. Ставим глыбы вниз. Друг с другом две глыбы не стоят, чтобы двойной урон не получить. Он пойдет. Глыбы подбиваем, только аккуратно. Сейчас у нас дамага много. Тирандул, Хинкаленко, блять, братья-сестры, нахуй, раскройте глазки свои, прием, блять. Мадина, брателла, блять, смотри, синий кружочек такой, вот он сейчас по центру комнаты, надо стать так, чтобы глыба закрывала тебя от этого кружочка. А я знаю, вот. Дружище, я прослакал просто. Не слакай, в Гере это смерть сразу, справа близко падает, видим, да? Как дела, блять? Хуёво, да? В Гере это минус сразу, там 100 000 урона, там не отхиливается эта хуйня. Но вообще выжить можно.
блядь, с тучкой. С бабой. Нет, я выживал в ДЦшнике. Ну хуй знает. Зубы в себя, расовый побежал. А, ну раз. Она заебала! Все спокойно. Не говори. Хуярим. Притяжка будет. Готовим сейчас после дыхания. Готовимся, поближе встаем. Готовимся, сейчас будет притяжка. А, пацаны, а в 25-ке сколько стаков можно набрать? Ноль. Ничего не набирай. Вообще ноль, да? Да. Освобожденку? Кинулась, ничего не делаешь, стопаешь. Максимум, что ты можешь дать буйный рост, потом ждешь, когда скинется стак, который ты набрал буйным ростом, и опять. Потом опять будет рост. Все, больше да, ничего не делаем. Ну это все, сейчас. Это сейчас. На будущее там уже посмотрим. Все, это последняя взлетка, там потом переведем. Метки ставим. Так, от звездочки немножко к кружку отойди. Я понял, нахуй. Танку неудобно из-за этого. Смотрим, где синяя хуйня падает. Так. Ой, с дамагом осторожно, с дамагом. Справа падает. Чё ты говоришь? Заломаныч. Последняя, четвертая падает. Все разбиваем. Фу. Скоро будет притяжка, готовимся. Не знаю, будет она или нет. Успеет, точнее, притянуть. Ну, готовьтесь поближе, вставайте, сейчас будет притяжка. А вот притяжка. И сразу фазу начнется. Так. Отошли от босса. Милики, пошла. Милики в кружок встали уже. Первая метка звезду. И разбиваем. Только не быстро, а дайте время. Секунд 8. Вот считаем. Сейчас метка кинет с него, но фулл хп поднять его. Считаем 7 секунд. Раз, два, три, четыре, пять. Можете разбивать. Следующую туда же. И не бить. Будет притяжка. А может и не будет. Ставь хинкалинка. Фулл захилить его. Будет, мне кажется. Да. Будет. ДБМ считает, ну. В кружке стоим, на лестницу не поднимайтесь, а то на вас таки могут не скинуться. Следующую туда же ставь, рядом с ней ставь. После потом разобьем их. Походу он пропустил эту притяжку. Давай разбиваем следующую звезду. Так, кинулась там метка, нет? Давай звезду, рога. Рога. Блять, парни, слаки простакал. Вот она притяжка ебанула. После притяжки его ебанем. Метку разбейте. Следующую звезду еще раз за ней скидываем. Так и зовут, ставь. Милики отошли, не заморочьтесь. Уйди, квадрат. Не заморочьтесь. Квадрат, уйди. Хинкаленко, ты че, блядь, дрочишь нахуй? Разбиваем обои. Люблю, как ты сдох, нахуй. Ты чё, блядь? Грит инвалид, ставь. Милики отошли. Тирандул рез я не люблю. Так, разбиваем. Еще две глыбы перед притяжкой будут. Так, я ставлю звезду. Отошли быстрее. Так, разбиваем. На следующий будет притяжка. На следующий... Гомосека хильте. Хильте гомосека. Блять. Так. Притон звезду на фул захилить.
Будет притяжка. А почему босса вы отводите? Сдвиньтесь немножко правее кружка на один шаг. Притяжка. Вот. Притяжка. После притяжки разбиваем. Бейте уже глыбу. Еще одну поставим, короче. Бейте глыбу. Еще одну звезду ставим. ВП ставь. На фул его захильте. Все, за это и скиньте все стаки. Давайте Геру. Все остальные в сторону фул по боссу. Все, берите инвалид в сторону. Все сейвы отдавайте, там незыбки, всю хуйню. А, это продлевай, там не люблю эту хуйню. Как она называется? Все в сторону. Незыбку там, да. О, это, блядь, сокру. Защитуйте, сейчас, его, пожалуйста. Талик. ТБЛ? Да. Да. Сюда, ну хуй. Тебе повезло. Сюда, блядь. Тебе повезло, вагон. Сюда, нахуй. Вагону повезло. Да, да, давайте, нахуй. Попиздите, попиздите. Тебе повезло, что я решил нахуй. Предлагаю на распыл его. Нихуя, блядь. Больше пользы будет, да, чем надо. Не надо. Все остальные сами резайтесь. Ну, войд. ГЦ. Пошли на ничья. О, а чё, я думал, ты ему подарок сделаешь. Московом, да? Да. Там... Нихуя, за 25 ГП, видишь, дают. Там еще сова ролила просто. Ага, понял. Какая сова? Ну, одна у нас. Блин, сейчас. Отойду на минуту. Не, Найлема это бистриня, блядь. Да, героически. Я тебе говорю, тебе повезло то, что я решил. Да сиди, откисай, давай, мальчик, да, все, да, нахуй. Да. Давай, кисни, я сиди. Я с Герой заберу, не переживай. Ну посмотрим, как она выпадет, нахуй. Пошли, я жду с Геры. Кстати, с Геры первая упавшая, которая была, ну, тренка это у меня. Ну, все, нахуй. Да мне похуй, мне хотя бы обувь скитали, блядь. И больше она вроде бы не падала с Геры. Так, ставлю рыбу, ешьте. Бегайте сюда. Мадина и Вилаш. Что? Что? Что ты Метеринаску суешь? Да мне похуй, я Гераску заберу. Да, да, да. Удачи. Я Гераску Теринаску заберу. Мадина, ты где там? А в смысле удачи? Да, он потерялся нахуй. Ты мне специально хочешь пиздить Теринаску? Бля, а куда ты пэхнулся, пацаны? Чё за хуйня? Какой ты пэхнулся в центр, бежишь? Ты чё, первый раз играешь? Ну да, так-то первый. В центр бежишь, мост знаешь где? Мост. Мост. Где валик били? Мост. Всё, такой. Всё, ты пэхнули, сорян. Ебать. Ты тоже, получается, неделю играешь, да? Ну почему? ЦЛКшный контент по ОЕ я просто не особо знаю. Ну а на циркле фармил я его. Я понял. Ну, забыл просто где лично. Да. Кстати, а чё лучше заливается? Так, Юля на 8. Ты имеешь башка или талик? Чечан? Ты имеешь в виду за типа ТРК? Не-не-не, чё лучше сейчас одеть, типа ТБЛ вместо сердца грома, блядь? И, пацаны, напомните тактику на личи, пожалуйста. Тактика, слушай, Релла, запустил. Значит, в квадрате Шаркари танчится, туда выносится чума. Называю ник, выносите квадрат. Да, я знаю, что делать на чуме. Значит, а когда ты пэхает в комнату? Так, что там у друида? Вихрь, это да? Еще третья фаза долго. Вытащи вихрь на панель. Тебе в комнате надо будет захилить зеленого духа и убить красного. Чтобы убить красного, из формы выходишь, хила, и кастуешь гнев духа красного. Если он кастует каст в зеленого духа, то ты его сбиваешь смерчем. Ну или что там еще есть? Можно сбить станом медведя. Медведя превращайся, ставишь оглушающий удар на панели, чтобы ты его мог нажать. Есть у тебя вся эта хуйня? Рога, ну да, как начнем с собой, просто можешь прыгать с обрыва. Рога, да, иди с обрыва уже сейчас спрыгни. Иди, спрыгай. Прыгай. А что, ну пусть бой начнет. Я очкую, блядь! Так он трупом все равно...
Все равно трупом тут лежит. Он вон, он нормально. Я бы нарвал, цел, не покидай самого. Так, все. Заносите, да, этот дебаф? Да, да. Просто куда лежишь. Его вынести надо из рейда просто, да? К квадрату. Вот квадрат, видишь, вон, метка слева. Паладин с квадратом. Вот к нему надо будет выносить. Угу, все понял. Он шаркарь вылез, он сейчас его заберет. Чума, 3 секунды. Чума после заражения, готовимся. Готовимся, сейчас скажу, на кого кинет. МВП шаду выноси. Все, диспелло. Еще одна будет, дамага много. Еще одна чума, наверное, будет. Чума 5 секунд, готовимся. Смотрим, на кого кинется. Гомосек выноси. А. Он уже... Он в рейде, нет? Он... Не. Он там стоит с шаркарями. Не надо выносить. 3% фаза. Сейчас как лич побежит в центр, побежим на край. Шаркарь второй вылез, сейчас он к тебе придет, на край идем. Так, дух объем. По сферам играйте кто-нибудь? Сферки хант, хинкалинг там и сова. На второй переходке их побольше в два раза будет, поэтому смотрите. Сейчас вроде попроще. Долго у тебя там, блядь. Смотри, сферу убить. Смотри, конденсатор чумы на личе. Хорошенько хильте сейчас. Вон еще 13 стаков. Пул ДПС. Спине лича стоим. Под жопу соберитесь. Вальки, фул ДПС, сразу бурсты включаем. Сразу разъебываем. Так, там лог, да, один. Ту переднюю, да, не бить, их. Только в центре две. Переднюю не бить. Угу. Убили две вот этих. Право-лево отлича, отошли, оскорнение 5 секунд. Готовимся выбегать. У кого тапки, готовимся. Вот оскорнение на черепке, отошли. Ну, отошли. Все, лича в центр. В сторону портала локовского, в спину. Вот, примерно здесь. Все, хватит, все, останови. Значит, будет и вальки, и лужа одновременно. На полукруг РДД уже встаем. Вот от глыбы до этого осквернения. Сначала от черепка отбегаем, потом бьем три вальки. Милики по команде с центра выходим. Милики вышли с центра. Осквернение 2 секунды. От черепка отбегаем. Смотрим, где черепок. Все, от черепка отошли, валик бьем фул ДПС. Весь рейд валик бьет. Дал стан этой вальке. Те две вальки это разбейте. И помогите вот эту одну тоже, которая РДД, блядь. Ебаните еще-нибудь. Пиздец. Две вальки тебе разбили, все, веди к тем валькам. А ладно, все. Тут снаружи стоим, дальше не заводи в центр. С центра вышли наоборот. Сначала будет оскорнение, потом уже вальки. Оскорнение 2 секунды. Вышли с центра, отошли от лича. Черепка отошли. Все, лич в центр. Вон, за личом идите, к личу встаем. Все, на сторону портала, нормально. Вот так, стой. Вот эти вальки сейчас разъебываем, и будет перевод уже. 3% у лича. Фулл АВЕ по валькам. Лича вместе веди и готовим, сейчас переход будет. Здесь искренение не успеет. Лича больше дамага. Оскорнение немножко отошли, милики от лича. Сейчас искренение пускай разольет. Черепок отошли. Вышли оттуда. Вышли, выпрыгивайте оттуда. Фаза, на крайсе. Мне показалось, кто прыгнул. На край идем, готовимся. Прожимки отдаем, незыбку всю хуйню, массейв. Запрыгивай.
Так, вроде нормально захилено все. Хули ДЦ 2Т5. Бля, это пиздец. Ну чё, блядь. Кайфуешь, Транквилла, или уже заебало? Вон, это... Иннер. Вон, Мадина, дай по Транквилле Иннер тоже. Пускай у него фулл мана будет. С шарики бьем, шарики могут вайпнуть рейд, если долетят. Не откинут нас, и всё будет. Хуёво. Оп. Ну с ТБЛом поприятнее криты летят. Так, шарики разбить. Еще шарик разбить. На краю ждем лича. Готовимся захиливать челика в комнату, который пойдет. История. Так, лича бьем. Фул ДПС. Идем потихоньку за личом, идем. Идем на ту сторону. Оскорнение 5 секунд. Так, оскорнение разбежались. Оскорнение разбежались. После оскорнения сразу за личом прячемся. Так, на хэл оскорнение за личом прячемся. Так, переворачивайся. Юлю захиливаем, жнец. Дамажим. Блять, нахуй ты хлопаешь по 10 духов сразу. Ты что, блять, бич? Да, я мощный. Иди нарезай его. Пиздец. Что у тебя в голове, блять? Ну каждый дух по 15 тысяч дамажит. Резайте алло, блядь. Ну я Мади не сказал, Мади я хуй знает. Ну воет это. Прячемся. Бабли, прими духов. Сейчас пойду приму. Прими духов или не мужик? Принял. Все, добиваем на мужика, стоим здесь прям. Оскорнение сейчас после духа. Разбегитесь. Вот Мадина вышел. Отошли от него черепка. Все, добивайте 0.5%. Так-то нихуя сложного, просто надо да, это. Да, ну кто вайпнулся? А, ты подъебать хотел новичка, да? Ну да. Сука, вайп нахуй, ГП, сука, сейчас всем пизда. Минут буквально. Сейчас после лута покурим минут 5, и потом на ТТГ залетаем. О, кстати, а можешь я схапал от ТТГ залечу? Мне штаны спиздить надо. Спизди. Да, в очередь. Я вообще те штаны хотел с чаркой. Вот, а какая чарка лучше, я что-то и не понял. Так у тебя аж есть штаны, ты их забрался, блядь, с прошлого раза. Там с критом они, по-моему. Я-то с чаркой хочу классовую. А что, у тебя нету баджи, чтобы паролить? Нету, нахуй. Ты что, когда-нибудь видел меня на ТТГ, блядь? Я ТТГ уже со времен его открытия пофармил, я уже заебался на 5 персов делать. Хорошо, я понял. У тебя РТ в 19.00, я понял. У кого? Трундуила. Че, правильно сказал? Пиздец. Еба. Ну все, ЕП тогда мне, блядь. Что там за пояс? Не знаю. Ясно, бичи мертвые, бичи мертвые валяются, ясно, короче. Ой, бля, вагон распизделся. Сейчас убили дам или чё? Нет? Нет, вроде. Бля, у меня повисло. Не, вайпнулись, ребят. У тебя повисло? Это хуёво. Я знаю. Так, чё там? Потому что лут нет. Я чепорт дал ран, пожалуйста. Аркус. Можно посох, пожалуйста, Аркус? Транквилл, чё почём? Кому посох? Мне, Мадини, пожалуйста. Этот, слышишь, ты про Аркус забудь. Я тебе его могу, конечно, дать. Но ты носишь травму и оффхенд. Запомнил? Оно носишь... у меня пока оффхенда нету еще. Да, пока оффхенда нету, можешь так там, блядь. Кому там еще? Я... Ты любой 200-й оффхенд возьми. Пацаны, чё там, на рогу есть, чё нет вообще? А, вот.
Ну, зов. Топоры, зов. 150 УД. Че 150 УД? У меня вылетело. Пацаны, пацаны, на рогу закиньте по-братски. Нема. С тебя тактики. Ну вы по шаду, тебе надо эту хуйню? Да, дайте. Можно мне тоже ИП на мага? В смысле, блять? ИП на хамазека за танк. От души, пацаны, от души. Боссов за то, что полутал всех дупов. Что сделал? Сань, ты что, пьяный? А, я думал, ты плохой сидишь. Чё ты говоришь? У тебя не связаны, что ли? Блять, сколько у вас... А ты даже не в гильдии, нахуй. Он даже не в гильдии. Ну, не давай ничего ему. Ты даже не гражданин. В смысле не давай, дайте чего. А почему ты не в гильдии, блять? Зачем? В смысле, зачем, блять? Пойду в другой гильзе на хапале играть. Войт, там осколок, дай этого. Я вообще в ахуе. А чё, пацаны, ты ТГ-варик пойти, да? Какую ты гильдию пойдёшь? Не знаю. Нет, ТТГ, говорю, варик пойти. Не знаю. Напиши, плюс там подскажу. Короче, курите пока, блять. В этом же рейде будет. Типа, кто ТТГ идет, не ливать. Не будет ТТГ, завтра будет ТТГ вместо ЦЛК, нахуй. Имейте в виду. Я на замене посижу. Никакой замены нету, нахуй. Ты видишь, людей не хватает. Если убрать новеньких, блять, людей не хватает. Вой, там осколок, да, и лутера Юли. Только сейчас услышал. Это расист, да? А я не видел осколка. А он там есть. Странно, хотя сундука должно показываться. Опа! А ты залутал, Юля? Или он... А, рога есть вот рога? Роги есть. Только они... Пацаны, а вот этот топор, который мне выпал сейчас, его в ПВП не вариант же одевать, только в ПВЕ? Я так и знал, что ты ПВПшер. Не, да, просто с гостем, да, мне говорит вон в этом в WhatsApp, пацан, что можно туда и туда. Да, так-то можно, но это, наверное, от спека зависит, какой спек. Там вроде на ШД рогу можно с левой руки носить его справа. Левый, но там... Да, если он был быстрый. Он там быстрый, да, должен быть. Ну что там, киньте, пати. Галочку поставь, все ассисты. Сейчас. Поставил. Все ассисты. Сейчас я этот...